Здравствуйте, с вами Олег, и вы на канале Олега G Games, и мы продолжаем игру Call of Duty Infinity Warfare. Так, мы опять на возмездии, это наша база. Надо выбрать следующее задание для нападения. Так, хорошо. Что там стряслось? Что опять Капитан, ломается? Инженеры и навигаторы изучили захваченные Итаном данные. Это золотая жила, сэр. Что у нас здесь? Это возмездие и тигр. Остальные СДФ. Это вражеские суда. Каждый корабль СДФ отслеживает каждый из прочих кораблей флота. А теперь мы знаем координаты некоторых из них. Капитан, и что теперь? На радаре появились новые цели. Замечено 4 корабля противника. Какой из них атакуем? Поступила информация о новых целях. Надо выбрать одну из них, капитан. Так, планета Уран. Нептун. Венера. Жду приказа. Плутон. Давайте сверху начнем с Урана. Так. Угоните улучшенный прототип шустряка СДФ. Давайте. Крейсер СДФ «Цербер» пришвартовался в астероидном поясе «Миранды» для дозаправки. Согласно декларации, в ангаре находится прототип штурмовика. Давайте проникнем туда, выкрадем прототип и угоним его без боя. Ну, без боя я очень сомневаюсь. Ну, отлично. Прикольно сделали. Мы используем любой шанс. Понимаю. Я была на вашем месте, капитан. Ты была капитаном? А почему сложила полномочия? Я совершила смертельный грех для капитана. Привязалась к своим людям. Мы все привязываемся. Посылать людей в бой вообще не для всех. Теперь в моих руках машины, а сами мы ваших, капитан. Грех на душу не хотела брать. Понял. ИБР с глушителем готова, капитан. Поверьте, без такой пушки кораблю даже близко не пробраться. Блять, а я хочу поменять сейчас Осторожней там. Снаряжение. Это вообще возможно? Нет, не можно. Я как выбрал, так и это осталось. Будет потом там полазить. Шакал готов к вылету 23. О, робототеки у нас есть. Ваш шакал в третьем ангаре, капитан. Отбой. Третий ангар? Отбой. А, вижу. Тушите свет во всех жилых отсеках. Тишина на всех палубах. Сейчас дайте хоть осмотрюсь, я еще тут не был. Это что тут такое? О, какое-то говнецо. Ночное освещение включить. Доложить о выполнении командования. Ага, это куда-то поднимается. Понял, все тут. Ух, ракетосы. Можно на кнопочки пожать здесь. Офигеть, этих кнопочек. Тут что-то вообще цепили зону, не знаю для чего. Я бы на этом роботе лучше бы покатался, блин. Это, знаете, Titanfall есть игрушка, вторая часть. Там на роботе тоже лазишь, блин. Требовательная скотина эта игра. Я, честно говоря, еще не играл, но увидел уже просто про нее. Офицер связи, требуется ваше присутствие в командной. И обзорчики смотрел, и читал, и трейлеры. Ну, короче, игрушка стоящая, но... Не знаю, доберусь я до нее когда-нибудь. Солнечный ветер стабилен. Без понятия. Хорошая охота, капитан. Да, спасибо. Че, буду лететь? Или тут автопилот? Реально, Звездные войны. Цербер в вашей зоне досягаемости, сэр. На краю астероидного пояса. Я подберу вас, как только вы раздобудете прототипа. Подтверждаем. Рейдер, как нам завладеть этим красавцем? Мы заранее выведем крейсер из строя с помощью Эми. Принято. Полный ход. 1-1-1-2. Вышка предупреждает о приближении к астероидному поясу. 1-2. 1-1. Так, я так понял, что я не один, да? Можете лететь. Принято. Начинайте отсчет. У-ху! Разогнался как, а? Ну, в Mass Effect, если сравнить вот эту вот чепушню с Call of Duty с Mass Effect, то там, конечно, я сам не садился на корабль, не летел там, да.
Я просто туда телепортировался и там уже высаживался на планете или на корабль какой-либо. Ну, звездная карта, конечно, где-то чем-то похожа. Поэтому, как бы, это не новинка, скажем так. Но в любом случае неплохо сделано. Уже хоть что-то радует в этом Call of Duty. Сюжет пока что не могу ничего сказать, чтобы он меня прям, блядь, захватывал. И я думал, бля, что ж будет дальше, но я не могу так сказать. Мы на 0-3-0 от вашей позиции на той стороне пояса. О, сейчас будем еще в невесомости летать. Да? Смотрим в оба, идем тихо. Кстати, вот это неплохо придумали. Поняла. За мной. Это вот уже интересная задумка насчет того, что мы сейчас тихо будем здесь продвигаться, да, к этому кораблю незамечено. Транспорт противника прямо по курсу. А, вижу. Укрываемся, продолжаем движение. Спокойно, наблюдаем за ними. Что он там делает? Внимание на разведчиков. Понял, пропускаем транспорт. Ну, разведчиков я сниму, если выбирай что. Выбирай цель, я беру второго. Вперед! Смотри, как в космосе тоже стреляет эта шняга. Да, это уже Dead Space, понимаете, где-то моментами, я вам скажу. Но, не, ну в любом случае для Call of Duty это своя фишечка. Вот это вот мы что делаем сейчас. Эта миссия действительно вот пока что первая миссия, которая украшает эту часть Call of Duty. Это реально прикольно. Противники, слева. В укрытие. Что-то я никого, блядь, не вижу. А, корабль, что ли? Чисто, вперед. Так, главное попасть незамеченно. Ага, вон еще какие-то херы летают. Ну, понятно, что здесь будут территорию патрулировать. Это логично даже. Так, нам стрелочки показывают, где наш напарник. Нам его надо, типа, прикрывать. Браво на точке у Цербера. Понял, Брокс. Занимай оборону и ставь заряды. Осторожно, прожектор. Не высовываться. Можно идти. Давай за тобой. Куча патрулей, блин, конечно. Здесь мы не через турбину будем залазить. Еще не, кстати, включили моторы. Очень странно. Наблюдаю цель. Топливо не надо экономить. Наблюдаю ремонтную бригаду, чинят топло. Вижу их. Ремонтная группа. Два техника по обшивке, два охранника. Че предлагаешь? Можем снять их отсюда или подойти поближе. Решай, Рейс. Я такой, бля, значит, я не зря хорошо не менял вооружение. Так, где-то здесь проход, да, должен быть? Гасим их движки с помощью Эми. Понял, ставлю Эми. Так,
теперь? Понял! Все назад! Взрываю! Да. Вперед! Через 3 минуты питание восстановится! Возмездие — это главный! Цербер выведен из строя! Вас понял! Принято, главный! Контакт в вашем секторе! Понял! У нас тут шустряки! Поднимайте СКАР-2! Принято! Они уже вылетают! Блять! Началась движня! Ёкарный бабай! Контакт, противник! 12 часов! Идут от радиомачты! Защищаем и входим! Прорываемся на нос! Рейс, мы влезли в осиное гнездо! Эй, прикрой! Может, ты бы меня прикрыла? Меняю магазин! Стрелки на мачтах! Я не вижу, где ты их там увидел, этих стрелков на мачтах. Так, давайте тихонечко пробираться здесь как-то. Понял! Ага, работаю! Прорываемся! Хитрая жопа, блядь. Так, пока я никого не вижу. Так, где... Ага, наших уже больше. Так, где там кто? Надо добраться, пока они обесточены! Так, этих я перебил. Блять, ну какая жопа там уже меня стреляет? Ну чё за чухня? Не видно. Ага, чувака этого сняли. Я ведь ориентируюсь по желтым квадратам, бля. Прорываемся к ангару! Блять, патронов уже жопа. Чувак, я уже и прикрывать скоро не смогу. Мне нужны патроны, блядь. Мы еще долго тут будем летать. Так, а ну, может, это патроны какие-то? Рейс, разрешаю вход. Будем прикрывать вас на входе. Принято. Что-то я входа не вижу. Высылай борта для эвакуации группы. Принято. Высылаю. А, вот это вход. Охеренный тут вход. Че сидим? Внимание всем! 1-1 внутри, движется к цели. Принято. Ага, вижу. Вижу, все. Все, спускаюсь. Отлично, какие-то корабли здесь есть. Контрольная точка. Блять, эти ребята тут летают. Так, больше никого не вижу, и патронов у нас нет. Так, переходим на другое совсем оружие.
А может там в этот корабль залезть можно? Так и есть. Внимание всем! Прототип у нас! О, да. Че, опять летать, стрелять, наверное? Уже лечу! О! СКМ использовать ракеты есть. Красота. Рейдер покинул точку X и идет на базу. Он наблюдает. Здесь жарко. Стройтесь и вступайте в бой. Так, Принято. Я уже понял. Похоже, они подняли командиров эскадрилей. Так точно, поджарим их. Есть. О, у них тут асы. Ракетами намного легче будет сейчас их хреначить. Меня ведут. Итан, это главный, как слышно? Надо проследить за активностью вооружения Цербера, как понял? Здесь доклад. Прием. Блокируй его. Я на прицеле. Бля, где эта сука летающая? Шустрая морда, блин. Угроза на 9 часов. Он уходит. Сука, шустрая тварь. На левом фланге. Он, сука, постоянно выпускает эти, бля. Есть. Вспышка, одним меньше. Вы убили майора Николаса Рада. Шустряк, на 10. У-у-у, на шару стрелял без автоприцела. Тихо, папка. Сейчас устроит тут всем жопу. Есть, детка. Так, что тут еще? Ой, хорош. Все, до свидания. Кто еще тут? Блять, да вы заколебали летать. Отлично. На правом фланге. Йо-во-йо, тихо. Шустрый малый. Внимание всем! ПВО Цербера активно! Будьте начеку! Да, хорошие новости. Понял, 1-1, спасибо за предупреждение, рейдер. Осталось. Есть! Кто там еще, блин? Ребята, имейте совесть. Так, тихо. Цели на 11! Да подожди ты со своим 11. Тут этих целей что-то до хрена. Да, шустряк, хорошая новость. Не очень люблю, конечно, эти типические баталии. Ёб твою мать. Цели на хвосте. Сука летающая. Противник, на 2 часа. Температура стволов растет. Есть. Шустряк на 6 часов. Так, у меня 2 ракеты.
Цели на 5 часов. Хитрым твари. Справа, справа! Ну я понял, что недоступно. Где-то бы их перезарядить было бы очень кстати. Сзади заходит. Есть. Отлично. Так, мне кто-то в сраку стреляет. А что такое, я один здесь вою, ребят? Стреляй! Осторожно. Повреждение. На 3 часа, чума, на 3! Да подожди ты со своими 3 часами, блин. Блокируй его! Есть. Задание вообще. Шустряк, на 10. А, АСДО. Я еще не всех асов тут убил, оказывается. Шустряк, еще надо на 6 часов. А, асы вот эти. Я вижу, которые. Да, я на шар убил противник, того. На 3 часа. Понял. Сейчас, подождите, надо его найти еще. Вот он бегает. Да я понял, что... Цели на 5 часов! Есть! Мы здорово потрепали их командный состав. Цели на 11! Температура с стволом пройдет. Капитан, у нас проблемы. Да? Понял. Всем СКАР, на базу, срочно! Крок, разрешаю атаковать сербер. Так, посадку надо совершить. Я так это люблю. Захожу с прямой. Так, все, забирайте меня. Я уже надоело тут воевать в космосе. Если как-то, блин, на твердой поверхности лучше чувствую. Так, ну мы украли этот самолетик. Теперь сваливаем. Дикая миссия была. Так, и что теперь? Бо я уже думал, подвисло, блин. Что там строчило, блин? Так, это мы сделали. Что у нас там еще по миссиям? Сейчас посмотрим. Капитан, так. Лейтенант. Передают новости из Женевы. О, это я интересно. Пас. Нахрен новости. Так, в оружейную надо зайти обязательно. Капитану нужно видеть. Да, я уже здесь. Что за новости? Бои в Женеве постепенно стихают. Войска САДа защищают столицу Юэнаса. Это катастрофа. Они дикари. Тихо! Какой флот? Это классика пропаганды. Война другая, а тюрьмо тоже. Так что ты хотел, чтобы тебе правду сказали или что-нибудь понять? Понятно все. Так, ну постреляли, новости хватит. Так, давайте найдем оружейную, я хочу посмотреть, что там вообще творится в ней. Ух ты, да. Снайперша. Вот они. В 3D очках. Так, сюда я не иду. Мне нужна оружейная. Блин, и где она? Так, может тут оружейная где-то есть? Блин, народ, где оружейная делась? Мне еще нормально. Изолента решает. Тогда давай обойдем его по-быстрому и снова в бой.
Зайдите в оружейную, блин. Так, а что тут у нас? Радуйтесь этой картинке. Так, где же оружейная? Ну вот это больше похоже на какой-то тут херотень. А почему на лифте нельзя спускаться? Вот я хочу в оружейную, и что теперь? С периодичностью проблема, конечно. Надо внести в список. Понял. Сэр. Сэр хочет вооруженную, сэр. Капитан на месте. Могла и не говорить. Мне нравится. Капитан у руля. Ворон так, один сел? Уже садится. На места, минута. Принято. Так, хочу посмотреть, кого я там ушатал. На доске розыска. А ну-ка. Ага. Вон этих двоих, да? ВВС. Ой, этого еще хлопнул. И вот этого. Нормально я здесь воюю. Мне нравится. Так, ну компьютер не хочу залазить, там дребедень всяк. Куда теперь, Рейс? Не знаю, куда теперь. Куда-нибудь. Сейчас надо посмотреть, где оружейное. Что тут не открывается, не закрывается? Так, спустите меня на лифте, пожалуйста. Не знаю, этот лифт никак не спустишь, я так понял. Ага, все, я понял, где оружейное теперь находится. Нет, другого лева. Вот и он. Или не понял. Он просто исчез. Да ладно тебе придумывать. Так, тут ничего нового не появилось. Да, оружейную я никак не могу найти, честно говоря. Может, я где-то какую-то дверь не вижу? Так, это выбирать новое задание. От отсюда выйти. Здесь я спуститься почему-то не могу. Почему не могу, не знаю. Если мне предлагают пойти в оружейное, почему я никак туда не могу добраться? Чуваки, подскажите, как туда пройти? Блять, лифты не работают, я не знаю. Может, где-то их где-то можно активировать, но я не вижу где. Дай хоть я постреляю, что ли. Да, не вижу я тут никаких оружейных. Нажать не на что. Все, короче, пошло нахер. Уложил я на эту оружейную. Так, давайте тогда уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.